Ну что, вторая локация. Те же мобы, те же правила. Кстати, тут подумал. Чуть темнее, да? И зомбак идет. Что типа даже нычки старенькие. Тут как бы все работают. И поэтому, например, тут на вышке у нас куча патронов должно быть. Что может не радовать. Эть. Дополнительный профит того, что ты помнишь старенькие нычки. И можешь полутать патрончиков. Кого-то засосало. О, машинка, она работает? О. Тут еще и машины работают. Блин, не, не хочу кататься. Не знаю почему, но я не люблю сталкера машины. Это не то. Не знаю, вот не люблю машины. Ладно, была бы большая локация и на ней гонять. Но я не люблю машины. Стрелок, тебе стоит выбрать направление. Слева агропром, туда мы послали группу бета. Справа темная долина, так ее называют местные. Туда мы послали группу альфа, но почему-то с ними уже целый час нет связи. Ну а по центру находится завод Росток. Там сгруппировались сталкеры. Я сообщил о тебе бармену, он поможет тебе чем сможет. Удачи, судя по сканеру, у тебя впереди большое движение противника. Ну, охренеть теперь. Типа, у нас теперь здесь три направления, не одно. Можно сгонять на агропром, можно сгонять в темную долину, можно сгонять в бар. Ну, наверное, с агропрома начнем. Как по стандарту, как по обычным сталкерам. Вот, кстати, у нас нычечка должна быть. Ящичек. Да, потрошки подсыпались. Замоков, я думаю, смысла особо сейчас. Валить. Незачем. Только патроны на них тратить. О, патрошки собираем, собираем. Мое все. Все мое. Хотя у меня есть пушка по ней хоть. Что? Что? Нет у меня ничего. Идите нафиг. Ой, сейчас снарк. Ой, снарк. Вот снарков надо убивать, они. Козлы. Потому что козлы прыгают, кусают. Ой. Я не помню, тут сталкер так. Зачем ты фару-то проверял, блин, там электричество 220 вольт, да что? Блин, а чувствую, тут нифига нет. Надо валить отсюда нафиг. И тут тоже нифига нет. Чё вам надо? Опа, ящик. В воздухе. Оу, потрошки. Оу, зомби. Зомби, вы не против, да? Соберу тут все. Соберу тут все и свалю. У меня, кстати, снайперка же есть. Ой, тихо, не пинайся. Не пинаемся. Все, до свидания. Пойду я от вас. О, артефактик. Не знаю, поможет он мне или нет. Скорее всего нет, потому что стандартные. Хотя это у нас еще одна. Кровь камня. Удар-разрыв, блин, удар-разрыв. Тут как раз мобы, которые, скорее всего, у нас... И бьют ударом и разрывом, а мы, блин, ставим это все. Поэтому жопа, давайте не будем второй ставить, наверное. Пока месь. Защелкало, защелкало. Тут у нас бандюки были. Это я тоже помню. А как я должен был тут фигню... Фигню увидеть? Ящик в воздухе, блин, лежал. Вернее, висел. Я должен был его как-то заметить. Блин, вы быстрые. Козлы. Хотя бы улетают с одной обоймы. Кстати, патронов на калаш подобрал, смотрю. Вот там куча артефактов, я вижу. Можно пособирать. Посмотреть, может, что полезное есть. Каждый раз бегаешь и думаешь, чем бы заняться, кроме того, как просто... Идти вперед и убивать этих монстров. Нет, стой. Не надо меня засасывать. Вот так. Забрал, ушел. А, стой. Как? Как засал, я далеко был. Нет. Все. Офигенно, блин. Я даже не сохранился, блин. А, ладно. Чё-то я как-то об этом не подумал. Ладно.
Эй, тихо. Не надо. Где-то еще кровосос. Был. Был, я сказал. Был кровосос. И нет кровососа. Тебе в голову. Блин, ну сколько вас? Я же двоих убил. Третий-то откуда? Так, теперь потихоньку попробуем собрать все-таки их. Что-то открываем мне детектор. Может пострелять по ней? Катись я сюда. Вот туда. Немножко. Так. Сохранились. Тихо. Тихо, не пойду собирать, не хочу просто почему-то. Вот, это лучше, чем эта херня. Поэтому берем ее. Еще один. Фига там настал пень. Просто Resident Evil какой-то. Давай, иди сюда. Молодец. Ладно, погнали на Агропром сбегаем. Посмотрим, что у нас тут и как. Хотя можно брать и, как сказать, одну серию на локацию просто. То есть вот у меня полчаса есть, я могу за эти полчаса полазить по тем местам, где у нас примерно, возможно, есть какие-то, не знаю, патроны, там оружие или еще что-нибудь. Прием! Говорит группа Бета. Нас окружают на агропроме. Их много. Кровосос меня окружает. Срочно. Кто-то побежал. Наверное, охотиться. Охотиться. Группа Бета говорит, что ее там окружают на агропроме. Мне это очень интересно, блин. Я, конечно, приду к ним на помощь, но, блин, и сейчас. Эх, блин, как-то одиноко, когда ты ходишь один. Вот там сталкеры, например, сидели, а тут их нет. Что жопа полная. Чё у нас тут тусит? Пока ничего не вижу. Чё у нас пистолет? Пистолет стандартный. Ладно, пока стандартный. Чё у нас, кто тут? Что-то нет замков, вижу. Ну ладно. Вопрос, есть ли тут? Есть. Называется, блин, найди нычку, блин, который дохрена всего. Этих. Полтергейст. Кто у нас тут еще может быть? Контролер. Полтергейст. У нас с воздействием, по-моему, только полтергейст так херачит. Контролер сразу по мозгам бьет. Блин, ну какой он в жопе. Иди нафиг. Пойду обойду. Ой-ой. Ящики ломает уже. А где он вообще? Ой, бюрер. Где нафиг? Вот бюреров. Нет! Ты-то. Погоди. Ты. Где моя пушка? Ты безобидный. Мне на тебя насрать. Вот бюрер меня бесит. А где эта тварь? Вон она бегает. На второй этаж убежал? Ну блин, сколько вас? Изломы набежали. Блин, бюрера его бить, посмотреть, что он там охраняет, если вообще охраняет. Вон она, эта тварь. Ой, блин, изломчики. Блин, давай. Нет, нет, воу, воу, зеркраш, блин. Нифига их там набежало. Блин, я даже этого не ожидал. Офигеть. Ладно, я вас понял. Так, я денег этих понял. Не знаю, пойти попробовать все-таки бюро развалить или забить на него большой. И страшный. Но, блин, что-то по мне еще воздействует. Чего воздействует? Бюро же может воздействовать у нас, по-моему, псишкой. По-моему, да.
А куда он спрятался? Тут не бегает. Он же тут бегал. Алло. Парень, ты где? Блин, ну куда? Смылся, товарищ. Мне ж неприятно. А, вот он. Блин, нафиг я два-то выстрелил. Стоит, значит, мне мозги парит, да? Дробовичок лучше возьму, а то, блин, сейчас набежит на меня. А чё ты охранял? Видимо, не... Блин, так это не Бюрер? Или Бюрер воздействует? Стоп, там еще один бегает? Нет. Занятненько. Забавненько. Но я чувствую, что я тут что-то нифига не найду. Вот не помню, здесь были какие-то такие сорончики или нет. Алло, вылазь. Не хочешь, не надо, ну ладно. Фиг с тобой. Да блин, что воздействует-то? А, вон, второй. Дружок. Добегался. Вот я не знаю, мне кончится патрон, что я буду делать? Где мой пистолет? Буду обламываться и стрелять обычно. Дико ты нафиг. Не понял, тебе дроби... С дроби все фигово? Чё за фигня происходит, ребят? Я не понял. Дробовик говно? Видимо так. Ой, я же вспомнил, у меня же вошки есть. Блин, я чуть не хочу теперь здесь выходить. Наверное, спрыгнул где-нибудь отсюда. Фигово, я прыгнул? Да ладно. Тик-тик. Ой, изломчики. Давай. Да, нет, нет, назад. Вы что там гуськом-то собрались? Пацаны, погоди, перезаряжусь. Это изломовская многоножка, блин. Все, мне заклинило. Нерем, ждем. Все, готово. Вот, нафиг. Так, вспомнить еще бы места какие тут. Вот зомбики идут. Вот у меня подствольный гранатомет. Им насрать. Было бы не насрать, было бы шикарно. Но им насрать. Хотя, отчасти нормально. Ой, друг. Ой, еще. Ой, еще другие пришли. Так, короче, идите нафиг, пойду еще пошарю где-нибудь. Там мне как-то своеобразно выходит, где можно пошариться в этой локации. Можно пошариться вот тут. Но тут, скорее всего, ни хрена нет. Хотя... блин, я не помню, где... Тут может быть какой-нибудь интересный схрончик, по-моему. Может не надо? Может не стоит? Я не хочу сейчас драться с какой-то херней, которая меня пытается убить. С таким обращенным способом. Это вы что ли на меня действуете? Нет. По идее это контролеровская фигня. Оп. И оп. Ну блин, искать его теперь. Он что там на входе тусит?
нет, зомбачедни. Можно наверх залезть. Попырыть оттуда. Может, ты пины станешь? О, у меня же снайперка есть точно. Так, какая тварь это не делает? Какая бы тварь это ни делала, прекрати. Потому что это меня уже бесит. Ну и кроме зомбаков ничего не вижу. Чё по мне может так долбить? Хорошо, хоть КП не сносит, а вон бежит друг. Да блин, я так прицелиться не могу. Идите нафиг. Кабаны! Кабаны! Блин, он со снайперкой не бегает. Зараза. Блин, а если у меня медицина кончится? Что мне делать? Как же весело тут, а? Шутерак. Я не знаю, как тебя назвать шутерок, блин. По идее, по-моему, как раз другой и должен работать. Но ему как-то пофиг. Вернее, им всем пофиг. Дробовик же, ребята. Идите нафиг, все. Я вас понял. Выносливости нет. Не. Энергетик. Идите нафиг, кабаны. Короче, обычный калаш, скорее всего, даже лучше. Может, это просто псевоздействие? Да, обычный калаш делает свое дело, блин, вот все. Только патроны бы находить. Вон еще артефакт. Пойдем посмотрим. Ты-то чё прыгаешь? Ой, погоди, патроны кончились. Ой. Вылезла. Существо. Чё хотела, фиг знает. Ещё ребята бегут. И его друг. Чё хотели, фиг знает. Ну и мне тоже пофиг на них. Так, здесь аномалий, надеюсь, нет. Чё-то я тут понаходил. Ломтей, блин, по 25 штук. Может, их понастаять, блин? Хотя нет, ты чё, блин, это жесть будет. Чё это у нас даёт? Радиация. Блин, ну всё, мне чё теперь кошмарить, эта фигня будет? Чё бы знать, чё это за фигня, чё она мне кошмарит. Ну прекрати. Наркоманка. Здесь ничего не заныкали? Там, по идее, бандюки сидели, может там чекнуть. Просто думаю, вскоре к серии, к тому, к 5 и 10, блин, важен будет каждый патрон. А с одним пистолетом и вот сколько у нас там. Ну, пистолет вот 1080 на... Хотя можно гадюку найти, вот пистолет с гадюки будет тоже неплохо. Только где его взять-то, а? Че, у нас ребята тут нет? А нет, смотрите-ка, есть. Что-то заныкали. Какие-то маленькие потрошки и аптечек с бинтами. Ну, неплохо. Блин, карты нет. Места посмотреть, куда еще сгонять, я не помню. Дайте подумать. Ну, на горах, я думаю, ничего не заныкали. Хотя, кто их знает? Кто их, мать его, знает? В автобусе, не? Нет. А то игра переходит в стадию, блин...
как бы тебя достать, эту скотину? Это же рыбка, по-моему. И на регене. И она левитирует нафиг. Слушай, а чё у вас артефакты левитируют? Это нормально? Для артефактов. Алло. Артефакт, алло. Лети. Нет, вниз лети. Лети сюда. Не, ну как мне тебя доставать? Ну чё, ты вверх полетишь? Блин, ну и нафиг. Артефакты какие-то нестандартные. Еще левитирует, блин. Что за жесть? У нас же вроде там возле агропрома на входе что-то должно валяться внутри. Так, зомбачи. Здрасте. По-моему, внутри в туннелике у нас что-то должно быть. Ага, кабанчики, да? Нет? Или да? Да. Блин, я не... Блин, да. Может вы... Блин, сколько вас тут? Гумнюки. Напугали. Идите нафиг. Идите нафиг. Идите нафиг. Идите нафиг. Да блин, руки, блин, повытаскивал. Бе-бе-ме. Да погоди ты. Все. Да блин, сколько вас тут? Сколько вас? Что-то там попало. Ну вас нафиг. Сбегай тут, посмотрю. Блин, а тут трубы, тут, по-моему, ничего нет. Ничего такого интересного, полезного я пока не вижу. Ни артефактов, ни схрончиков. Так, к этой фигне я подошел, она меня сейчас не бьет, что странно. Видимо, ей надоело. Нет, теперь бьет. Я вас понял. Я ушел. До свидания. Блин. По-моему, здесь больше нечего делать. Пошли на агропром. Сходим, посмотрим, что там, и там уже будем по обстоятельствам. Ну вас нафиг всех. Летающие артефакты, блин. Что-то, блин, новое. Просто. За гранью фантастики. И счетчик. Воу, вот у вас тут банда. О, плоть. Она будет драться с ними, нет? Нет. Почему друг с другом не дерутся? Я бы посмотрел на битву. Куча зомби против одной плоти. Но все настроены агрессивно только ко мне, видимо. Остальное просто пофиг. Может, трубу что заныкали, а? Блин, на калаш потом она кончается. Ну так Эмма, что там скажем, мне же есть калаш. Хотя пусть лежит. Мало ли. Че и кого будет. Перевеса пока нет, поэтому смысла особо не вижу. Хотя с весом у нас скоро уже перевес. Погнали, зайдем, посмотрим. Стрелок говорит 139. Сейчас ты находишься на территории агропрома. Твои основные задачи здесь – это очистить периметр от зверья и помочь группе Бета. После этого возвращайся на исходную позицию на свалке. Удачи. Ну, то есть нам говорят, зайди сюда, зачистить всю территорию. Блин, не знаю, всех монстров, что ли, реально перебить?
Это же я заколебусь. Типа группе бета помог и вали просто назад на свалку. Офигенно, просто жесть. Что только не сделаешь. Кат-сценка. Где подкрепление? Где группа Альфа в конце концов? Нас тут мочат как тараканов, блин! Добро его! Давай, быстренько! Оу! Зомбаки. Че у вас группа бета состоит из сталкеров? Это нормально? Блин. Нет. Ну, нет. Где она, где она? А, она у меня вот в руке. Не толкай меня. Фух, попал. Так, зомбаки пофиг. Зомбаки пофиг, искал. Тихо, мой артефакт. Не дам. Ой, мужик, ты умер. Ну, всем насрать. Мне больше патронов будет. Чё, пацаны, делать будем? О, не нужна твоя пушка. Может, нифига тут народу-то, а? 16 человек. А вы же, скорее всего, парочка. А, бюрора вижу. Второго надо явно убить. О, ау. Ты что ли по мне стрелял? Упоротый. По-моему, кросса сожрал одно. Сожрал, да, я видел. Что творишь? Так, чё, на гадюку будет у нас патрошки? О, отлично. На гадюку в самый раз. Давайте с ней стрелять. Ой, зомбаки. Ой, зомбаки. Что-то вас мало-то осталось, парни. Вы хоть справитесь? Да блин, вы серьезно. Бочечки летят. Шутерок, блин. Ну, полезли наверх. Сверху легче, по-моему, постолякать. Стрелок говорит 139. Основная часть зверья зажата в основном здании. Дальше этой фабрики. Твоя задача — зачистить зверьё и вернуться на исходную позицию на свалке. Через подземный ход соваться не советую. Там логово кровососов. Конец связи. Понятно. Ой, мужика съели. Парни, ну может... договоримся? Хватит бочки мне кидать. Так, у меня должно быть офигенное средство против вас. Ловите. Ой. Найти еще одну. Да, это весело. Я вам скажу. Ой, бочку закинули. Молодцы. Ой, вы что не подыхаете? Это граната же. Ну, тихо, бочка. Тихо, бочка, я сказал. Не, ну большинство сдохло. Ладно. Хоть так. Хоть как-то так. Автомат. Даже не думай. Блин, патронов, конечно, у них. Так себе. Тихо, еп. О, у меня пушка в первом слоте. Не до автомата в руках. Я думаю. Что за фигня? Ящик. Фу. Ой, что не сделаешь ради спасения мира? Чё, один мужик остался? Мужик, беги. Где мужик, я тебе не спасу.
жирные-то твари. Ты даже одного зомби убить не можешь, понимаешь, мужик? Но вылезла. Так, тебе придется убить все равно. Умер, умер. Да тихо. Я знаю, это ты делаешь. Говнюк. По-моему, не только ты. Калаш мне не нужен. Забирай себе. Бюроров развелось просто жесть. О, антирад. О, еще мужик. Ну, мне даже информация о схроне есть, нифига себе. Ну, нифига себе. Так, беру. Еще один. Не надо. Ясно, я тебя нашел. Ну, бюрер тоже подыхает. Нормально. Только, блин. Ты че, его друг? Ах ты. Ах ты задница. Спиной ко мне, значит, повернулся, да? Ну вот, ребят, такая жопа у нас. Сталкеры, атмосферненько вам? По мне, я не знаю, атмосфера немножко упала на очень много пунктов, и тут, блин, реально шутер такой просто. Я бы не сказал, что это хоррор, но это просто реально обычный какой-то шутер. Как бы, не знаю, больше таких слов не могу придумать. Не пугать не пугает, потому что сталкеровский двиг не для хорроров. Поэтому шутер. Оп. Ну. И все, что ли? Это думал. Опа, опа, опа. Опа, я чуть не помню, что тут что-то было. А может и было. Да. Хоть бы, блин, винтарь я что-нибудь дал. Блин, надо всем вам поскидывать. ПМчики. Не комбинезон наемника скоро тоже выдохнется. Ладно, стоп, бандитская куртка. Оставь себе. Так говнище. Ну, вот такая вот фигня тут. О. Вот, нифига нет. Облом. Вот так вот, ребят.